Здравствуйте, дорогие друзья! Представляю вам очередную посылку из Китая. Заказывал я чай. Вот такая большая посылка пришла. 720 грамм. Чай Пуэр 40-летней выдержки. На моем канале уже есть обзор чая Пуэр, но он кирпичиком заказывал я его. А этот у нас чаша круглые. Ну, распакуем сейчас, посмотрим. Шла она нам около 2,5 недель, поэтому сейчас откроем и посмотрим, что китаец нам положил, как упаковал посылку. Так, уважаемые друзья, вот она наша посылочка, чай Пуэр. Сейчас мы его распакуем и посмотрим, что там за чаша. О, китаец даже подарок положил. Чай. Ну, попробуем, посмотрим, что за чаек он нам положил. Так, пусто. Так, смотрим. Ну, какой, блин, упаковано хорошо. Сейчас мы откроем, посмотрим, что там у нас пришло. О, как красиво упаковано. Пахнет. О, какой. Ну, смотрите. Какой здоровенный-то он. О, сыпется все с него. О, даже бирка впрессовалась. Ну, смотрите, какой он. Сейчас я попробую сфокусироваться. Вот, смотрите. Тут еще какая-то инструкция, наверное. Ну, все на китайском, да на английском. Ладно. Ну, так, вроде ничего. Лист хороший. Пахнет вкусно. Заварим, посмотрим. А сейчас подписывайтесь на мое видео. Новые обзоры я буду скоро снимать еще. Много чего приедет с Китая. Я заказывал много всяких интересных вещей. Так что подписывайтесь на мой канал. Ссылку на продавца я оставлю под видео. Ну а вам всем спасибо за внимание. До скорого.